Сегодня 3 сентября. Мы находимся в Лезомской пуще. И была организована посадка кедров. Андрей, была организована посадка кедров. Немножко вступительное слово. В честь чего и почему? Парк мы считаем, это парк интернациональный, парк дружбы народов. Все автономии, пожалуйста, к нам в гости. И чтобы здесь была визитная карточка каждой автономии, каждая автономия посадила кедр. Мы постарались. Это спасибо дружба вам. На все времена. Анатолий вот Андреевич, вам спасибо, Андрей, что вы нас... Андрей Андреевич, да? Так, здесь следующее. Эти саженцы откуда привезены? Саженцы привезли с моей родины, с Комсомольска на Печоре. Привез Константин Бадокин. Спасибо ему огромное. Поэтому сегодня прошло замечательное событие. Так, благодаря Юрию Сахарову. Это все сделано. В Комсомольске принимал участие. Да, Юра, молодец. Спасибо огромное. Так, Ольга Леонтьевна, будьте добры, прокомментируйте, пожалуйста. Вы являетесь председателем чего? Нет, я... Украина. Украинская автономия. Представители украинской автономии. В республике Коми, да? Да, да. Так, и где ваш кедр, покажите, пожалуйста. Так. Это кедр вот, чей? Вот. Это немецкая автономия. Дальше... Это украинская. Украинская автономия. Да. Так, дальше... Ну, в общем, это очень знаменательное мероприятие, что вот эта аллея дружбы, и действительно мы, я думаю, будем тут встречаться, место замечательное, будем дружить, чтобы действительно, главное, чтобы мир был у нас, покой. Так, я славянин, славянь, гармонию в природе, так. Русич, русин. Да. Так, мы все славяне. Все славяне. Юра, да. Ты славянин? Я землянин. Землянин. Я потомок гипербореец, славянин. Славянин. Русич. Русич. Так, все белорусы, все... Славянские так, народы. Все славянские народы. Да, да. И немцы это славяне, и венгры это славяне, и французы славяне. А англичане вопрос. Так, мы их всех отвезем туда, в Комсомольск, на Печоре. На перевоспитание всех этих Борисичек, Борисиков, всех да, этих да, Шольцев и так далее. Ом, к отцу матери идем. Олени, олени, олени.